подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Звук «я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Бывает, что владельцам этого имени встречаются различные небесные знаки в отрицательном ключе. Такие знаки им следует воспринимать с опасностью. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Владельцы этого имени стремятся к полной независимости и порой отторгают влияние общества. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Носителю имени не придется заставлять трудиться. В этих людях заложен очень большой потенциал. Их хладнокровие и безразличие на проблемы чужих им людей открывает другие пути развития. Именно поэтому они добиваются больших успехов в жизни, четко знают, чего хотят и как это можно получить. Эти персонажи постоянно находятся под влиянием нервных вибраций, что и дает им силу и активность. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Предпочтение часто дают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.